Здравствуйте, здравствуйте, с вами Снежана. Давайте посмотрим, чем удивит ваш герой в ближайшее время. Чем удивит? Расклад общий. Подписывайтесь, не забывайте реагировать на видео, приходите на расклады, пишите в WhatsApp. Есть акции и так далее. Да, что у нас за мужчина? Четверка мечей. Вот сейчас человек почему-то удалился. Рыцарь жезлов, девочки. Рыцарь жезлов. Мужчина огненный. Любит полыхать, да, любит привлекать внимание, да, своей огненной энергией, своими действиями. Бывает активный, а бывает как будто, да, сдуло его. Задуло пламя, чувак спрятался. Вот как раз сейчас такая история. Почему-то мужчина молчит. Четверка мечей, да, то есть где-то либо на отдыхе, либо удалился подумать. О, девочки, здесь эгоист. Эгоист. Девятка кубков говорит о том, что мужчина больше все-таки привык действовать, знаете, как по своему усмотрению, да, по моему хотению, по моему велению. Вот так вот, скорее всего. Менее направлен, да, на какие-то хотелки, ожидания, чувства других. Эгоист. Здесь вот привык он получать, да, все удовольствия для себя, в свою сторону, перетягивать одеяло. Девятка кубков говорит о том, что мужчина либо где-то может в затишье выпивать, да, либо получать где-то удовольствие в одного, да. Что же он все-таки затеял, да, чего ждать? Чего ждать, девочки, извините меня, но его ухода. Потому что здесь... Знаете, такое ощущение, что мужчина ожидал от вас большего. Именно от вас, а не от себя. То есть здесь он думал, что вы будете давать больше. Королева мечей, да. Но вы та, тоже та особа, которую потребляете для себя. То есть он хочет для себя, вы хотите для себя. В итоге тут, да, такое противостояние, можно сказать, да. Семерка жезлов говорит о том, что мужчина хотел большего от вас, да, но не получал. И поэтому вот именно в чувственной сфере мужчина как-то, да, не нашел здесь в себе для вас какой-то ответки. Здесь, может быть, вы более рациональная, более холодная. Может быть, уже, да, такая женщина, которая хочет какой-то ответственности, да, не хочет вот этого... какой-то дурости, да, в голове, что-то хочет более такое устойчивое, чтобы такое, знаете, фундаментальное было, чтобы можно было, да, на чем-то дом поставить, да, там огород и так далее. Но это, видимо, не про него. И не забывайте, что здесь еще вышел рыцарь. Рыцарь. Рыцари, они не усидчивые, они не любят сидеть на месте. Тем более здесь еще тоже и огонь, да, такой человек. Он любит действовать, он любит быть где-то. Он любит что-то творить, да, куда-то ходить, что-то делать, чем-то загораться, да, где-то вот так потухать, там что-то вот такое вот. Здесь не нашел мужчина в себе, да, отклик на ваши действия, потому что ваши действия, да, скорее всего, тоже были направлены больше на себя. То есть вы хотели для себя чего-то, а он хотел для себя, чем удивить называется, да. Да, удивить тем, что башня. Здесь еще примешана другая женщина. Здесь, скорее всего, нашел женщину, которая не то, что не холодна к нему, она финансово его привлекает. Королева Пентаклей. От нее, да, он надеется получить сейчас большее. То есть, вот рыцарь у нас жезлов, да, семерочка и... Такое, знаете, такое ощущение, что мужчина здесь все равно держит какую-то вот такую вот, как сказать-то, зону комфорта. Он не впускает, он пытается, да, держать оборону, чтобы им не командовали, им ничего ему не говорили, никак не влияли на него, да. То есть я все сам знаю, и мне не надо указывать. А вы королева мечей, та, которая любит давать указания. Вот здесь вот и есть вот эта вот
конфликт интересов называется. Он думал, что вы ему будете что-то давать, больше как-то реагировать на него, нежели он, да, давать ему чувства, ощущения, эмоции. Но здесь женщина, да, не королева чаш, вот. И случилась башня, да, если заново описывать расклад с самого начала, и башня, потому что здесь на горизонте возникла другая женщина, которая ценность возымела больше, чем вы, потому что она королева пентаклей, у нее есть какие-то материальные блага. И здесь, да, уход именно к этой женщине. Вот, наверное, коротко, да, чем удивить. Ну и последнюю карту. Скажет ли он об этом? Да, девочки, скажут. Скажут, либо там, где вы всегда встречаетесь, да, четверка жезлов показывает место, да, уютное, комфортное, где были встречи, где там кто-то кого-то ждал. Именно там и скажет о том, что у него идет движение от вас, да, то есть движение по рыцарю кубков к другой даме. Вот так вот, которая для него сейчас имеет больше значения, чем вы.